Всем привет! Сейчас буду проводить разборку дозиметра радиометра радиокод 101. Он имеет функцию еще и гамма-спектрометра. Он в такой коробочке поставляется, имеет Bluetooth встроенный, работает через приложение с Play Market. Вот. В комплекте, значит, идет паспорт гарантия. Вот такой. И инструкция к нему. Вот. Вот назначение прибора. Ну, я в других видео уже покажу подробно инструкцию и все для него. Так. Вот, в нем в комплекте идет кабель для зарядки и подключения к компьютеру, передачи данных, тип C, Type-C кабель. И сам прибор. Коробочка вот такая мягкая, из такого вот синтепона, поролона, не знаю, что это. Вот он, сам приборчик. Маленький такой. Ну, давайте приступим к разборке. Обзоры уже есть, и это не то, как пользоваться, это разборка. Значит, он крепится. Вот он работает. Чтобы вы видели, что это не сломанный какой-то, я показываю и так дальше. Вот, спектр откроем. Вот, все есть. Вот, все отлично. Так, ну, прежде чем выключать, разбирать нужно выключить. Вот, выключили, обесточили. Ну, он под напряжением, но, по крайней мере, некоторые системы мы выключили. Значит, он крепится на четырех защелках. Открывать нужно с этой стороны. Вот здесь есть выемка такая. Вот. Слева и справа от нее есть две защелки. Беру что-то пластиковое, карточку, или вот у меня такой пинцет, и подеваю туда верхнюю вот эту блестящую часть. И сразу одновременно две защелки отсоединяются. Дальше придерживаю пальцем их. И с этой стороны, справа и слева от разъема питания, тоже есть две защелки. Но они уже расположены другим образом, тоже поддеть можно. Одну сначала отсоединили, удерживаем пальцем, и вторую. Вот. Все. Вот, открыли их. Это, кстати, закрылось, видите, в это время. Ну, еще раз ее откроем. Вот, теперь одновременно они открыты. И по бокам есть защелки, они находятся между вот этой кнопкой и между вот этой, посередине. Вот здесь и здесь. Как их открыть? Идем вот от разъема питания. Вот одну открыли. После этого поддеваем вот здесь, где знак радиации. И после этого уже легко последняя боковая открывается вот здесь. Все, мы попали внутрь прибора. Открывать нужно аккуратно, потому что там кабель питания еще. Сейчас покажу, как. Вот так, аккуратненько. Потому что батарея подсоединена, и все под напряжением. И этот разъем для батареи, он реально хлипкий. Его можете легко оборвать, закоротить, и все сгорит у вас. Сейчас покажу макросъемки вам. А хотя нет, дальше я откручу. На 5 болтах плата держится, я откручу, чтобы показать вам сразу с двух сторон. Так, ну, открутил я вот таких 5 саморезов или болтов, кто как называет. Вот на крестообразную отвертку, кому интересно, показал. Смотрите, значит, внутри. С этой стороны у нас
батарея. Она приклеенная на эпоксидку, какой-то клей. Сзади нее просто пластик, ничего больше там нету. А с этой стороны каким-то материалом, похоже на ткань, и он не магнитный, я проверял. Какой-то материал, наверное, он выполняет функцию пермалоя и защищает от электромагнитных помех и прочего. Вот такой материал. Увеличу, вам покажу. Не знаю, что это за ткань. С этой стороны глянцево и приклеено. Ну, слабо приклеено, можно вот отклеить. С другой стороны матовая, вот такая. Кто знает, что это такое, напишите. На какой-то кевлар похоже. Наверное, функцию пермалоя выполняет она. Вот там прорези на упорке какие-то. Здесь вот на динамик выход. Вот это отверстие с этой стороны вот в корпусе. Вот так оно выглядит изнутри. Вот оно. Здесь на динамик, здесь для упора. Какие платы самой, наверное. И вот такая батарейка. Вот микроконтроллер заряда и разряда. Вот батарейка, 1000 мАч. 3,7 вольта. Литий-ион, наверное, или литий-полимер. И желтым скотчем термостойким это все, ну стандартная батарейка, они так продаются. Так, теперь с этой стороны. Смотрите, показываю макросъемки в 4К. Можете поставить на паузу, сделать скриншот, будет у вас шикарная фотография, кому это надо. Но лучше смотрите видео. Вот. Покажу близко плату с этой стороны вам. Вот, всем, наверное, интересно. Вот. Все качественно сделано. Видно, делают на заводе в Китае. Все классно. Вот это я не знаю, что это такое. Вот это интересно. Вот здесь кристалл с вот электронным умножителем. Теперь переворачиваю, открутил 5 болтов, переворачиваю. А перевернуть так просто не получится. Показываю, как я сделал. Аккуратно с этим шлейфом его можете оторвать, он к экрану идет. Нужно вот в эту сторону переворачивать. Здесь вот есть две таких белых, как видите, штырька, они заходят в плату, будьте аккуратны. Экран тоже этой серой штукой на ткань похожую прикрыт. Вот показываю, здесь вот процессор, такой же, наверное, как в радиоскане, вибратор. Вот вам макросъемки. Интересно, что вот это за штука. Это, наверное, датчик температуры. Вот. Или вот этот гироскоп, акселерометр, или как. Вот он высокий такой. А вот здесь датчик освещенности. И светодиоды с другой стороны. Вот они, разных цветов. И так, в отдельное видео, во второй части, я покажу, как я разбираю вот этот блок сцинтилляторный с кристаллом и твердотельным фотоэлектронным умножителем. Ну, лавинный фотодиод покажу подробно, а в этом я вам показал все внутри, кроме разбора блока. И вот экран, он на шлейфе. Все, смотрите вторую часть. Всем пока. Там я разберу блок сцинтилляторный с кристаллом.